Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 2 августа, день агрессии, повышенной активности. Будьте осторожны в этот день. В сегодняшнем видео вы узнаете, чем этот день опасен и что вы можете сделать для себя. 2 августа – это 23-й лунные сутки при убывающей луне. Этот день характеризуется мощной энергетикой, но скорее не положительной, а тяжелой и негативной. Можно назвать ее даже удушающей. Лунные энергии в это время давят на человека, что в свою очередь выражается в агрессивности и злобе. Символом этого дня является крокодил. Что несут вам эти сутки? Это довольно тяжелое время, когда каждый ощутит на себе энергетический заряд. Совладать с эмоциями крайне тяжело, но еще тяжелее усмирить внезапную агрессию, направленную на окружающих. В этот день крайне нежелательно лениться и поддаваться пассивности в делах. Лунные энергии не пройдут мимо, оставив вас незамеченным, не пощадят и просто раздавят своей мощью. Но стоит уточнить вот что. Под активностью подразумевается ваше внешнее проявление, взявшее курс на достижение. Внутренне стоит оставаться спокойным, насколько это возможно, в эти сутки. Потоки лунной энергии сейчас настолько нестабильны, что в разы возрастает вероятность совершения самых ужасных поступков, начиная от мелких и заканчивая большими. Именно по этой причине в целях самосохранения в эти сутки не рекомендуется как и посещать места большого скопления людей, так же и постараться контролировать свои мысли в этот день. Ситуация будет складываться так, что чем больше людей будет находиться рядом с вами, тем труднее предсказать их поведение. Также это касается и лично вас, и возможны серьезные провокации, которые все только испортят. Этот день настолько наполнен конфликтами, агрессивными спорами и скандалами, что лучше не испытывать судьбу на прочность. По кармическому календарю является такой же неуправляемой причиной. Это происходит потому, что энергетическая структура большинства людей не тренируется изо дня в день, из-за этого она не способна справиться с крупным энергетическим потоком Луны. Получается эффект перегруженности. Энергия разрывает человека изнутри, просясь выйти наружу. Отсюда и возникают агрессивные поступки и различные неприятные ситуации. Чтобы справляться с лунными энергиями, можно заняться духовными практиками. Тогда любые, даже самые тяжелые лунные сутки будут проходить в гармонии. Что касается дел в это время, то лучшим решением будет заняться тем, что требует особых усилий. Подумайте, а если у вас дела, которые долгое время не двигаются с места и тяготят вас, именно сейчас Луна поможет вам наконец закончить их. Причем сделать это вам будет довольно просто, поэтому не упускайте свой шанс. Также в этот день нужно побольше отдаваться работе, не тратить время на пустые разговоры. Больше дела, меньше слов. Вот девиз этих суток. В это время можно заняться обустройством дома. Можно провести разные практики очищения своего жилища. А вот что не стоит делать, так это поддаваться панике, страху и самокопанию. Если вы внезапно ощутили нехватку сил и неуверенности в себе, то, вероятно, вы стали жертвой энергетического вампира. Кто-то питается вашими энергетическими ресурсами. Если так, то вам стоит набраться терпения, сохранить спокойствие. В конце концов, всему есть предел. И к этим лунным суткам относится то же самое. Ну а еще лучше, конечно, себя защитить от энергетических вампиров и направить себя на удачное стечение обстоятельств. А для этого вам нужно сделать легкую практику. Итак, что вы можете сделать для себя в этот день? В первую очередь, вы можете сделать так, чтобы вам никто не завидовал и чтобы вам никто не вредил. А для этого вам понадобится простая вода. Нужно взять воду, налить немного в любую тарелку, миску, кому как удобно. Смотря на эту воду, вы должны сказать такие слова. «Свою воду заговорю, всю людскую зависть я сниму. Пусть порчи из глаз в эту воду уйдут, все проблемы с собой заберут. Отныне удачу призываю и все пути себе открываю. Да будет так». Вот эти слова вам нужно сказать 3 раза, смотря на свою воду. А дальше этой водой нужно просто умыться. И все. Вот такая практика обязательно позволит сделать так, чтобы с вас ушла вся зависть, вся негативная программа, и вы смогли полностью привлечь удачу в свою жизнь. И также в этот день очень хорошо сделать так, чтобы вам всегда сопутствовала удача. А делается это просто. Особенно если в этот день у вас назначены серьезные вопросы. Вам нужно просто
в течение всего дня, когда вы будете выходить из своего дома, просто скажите такие слова: «Из дома выхожу, все беды обойду». Один раз сказали и пошли по своим делам. И вот будьте уверены, что если проговаривать, когда вы будете переходить через порог любой двери, любого помещения, то никакая беда вам не страшна, и вы решите все свои вопросы.